Ульяновские добровольцы вместе с представителями городских властей собрали гуманитарный груз для бойцов батальона «Симбирск». Более 5 тонн необходимых вещей погрузили в кузов грузовика. Утеплители, брезент, запчасти, горюче-смазочный материал, все, что необходимо для ребят для выполнения боевых задач. То есть все, что они попросили, мы постарались максимум отработать по этим заявкам. Командиры подразделения недавно оформляли заявку. В скором времени все необходимое было собрано и укомплектовано. Они были в краткосрочном отпуске, приходили на прием в администрацию города, в Думу. Мы обсудили все моменты, что нужнее, что в первую очередь нужно доставить. И тогда была дана заявка по приобретению автомобиля повышенной проходимости. И УАЗы, конечно, всегда на фронте нужны. Ну не только, значит, Симбирск, привезли заявки из других тоже наших батальонов. Поэтому вот сегодня мы, значит, собрали МГУМ-помощь, администрацию обеспечивает вот этот УАЗик. Значит, печки мы сделали, плюс наши неравнодушные жители, граждане нашего Ульяновска собрали волонтерскую помощь, тоже утеплители. Наш простой безотказный УАЗ пользуется большим спросом за ленточкой. Эти автомобили не раз отправляли военным ульяновские меценаты и деятели некоммерческих организаций. Очередной экземпляр довели до ума местные мастера. Подтянули ходовую, убрали все лишнее и покрасили в импровизированный камуфляж. В расписную буханку погрузили пленки для блиндажей, буржуйки. Также сложили автомобильные боковые и лобовые стекла, коврики, пенки и инструменты. Следующий гуманитарный транш отправится в батальон «Ульяновск». Виктория Чиркова, Управда ТВ.